Дорогие калужане и участники 50-х научных чтений памяти Циолковского. Великий Циолковский заложил основы теории космонавтики, доказал возможность и необходимость освоения космоса, своими трудами утвердил приоритет нашей страны в области космонавтики. В Калуге, городе Циолковского, каждый год в сентябре собираются ученые, ведущие молодые специалисты, сотрудники научных институтов, ветераны космонавтики. На конференции рассматриваются не только проблемы ракетно-космической техники. Все больше интерес приобретают гуманитарные аспекты освоения космоса. Философия, культура, этика, образование, экономика. В настоящее время все мы, как и Циолковский, понимаем, что несовершенная техника, ни новые источники энергии сами по себе не смогут принести человечеству счастье и благополучие. Необходимо создать общество нового типа, осознающего свое место во Вселенной. Сегодня Россия стоит на пороге масштабных преобразований во всех областях, в том числе в ракетно-космической отрасли. Для дальнейшего развития государства и освоения космоса нужны свежие идеи, неординарные инновационные решения. Сердечно поздравляем всех вас с началом работы этого уникального научного форума. Уверены, что программа чтений будет способствовать продвижению науки в области космонавтики. Желаем участникам, гостям и организаторам 50-х научных чтений памяти Константина Эдуардовича Циолковского успехов и плодотворной работы. Борт-инженеры 45-й экспедиции на Международную космическую станцию Олег Кононенко, Михаил Корниенко и Волков Сергей.